Итак. Кто-то будет еще себя варить? Да нахуй тут чайок, ебать, его в рот, нахуй. Я борща хочу уже, блядь, 3 недели не ел, нахуй, ебать. Итак, начинается передача «Смак». В этом маленькой кастрюле. Варите себе борщ, нахуй. Где чай делся? Да. Именно «Смак» по-керченски. Керченский вот, «Смак». Передача начинается. Итак, что у нас есть? Итак, какие ингредиенты мы имеем, ребята? Что мы имеем? Трава. Самый главный ингредиент чая приготовления. Это какая трава? Чабрец, насколько я понимаю. Чихмонь? Чихмонь, нахуй. Чихмонь, блядь, индийская трава. Да, я смотрю, тут арбузик у вас. Как арбузик? Пиздатый там. Охуительный. А ты что, не хавал его? А что, охуительный? Чего, блин, нихуя себе. Сахар. Чухвонь, блядь. Сука, блядь. Не, да, да? Кто это, блин, ползет? Я ничего-то не понимаю. Пакетик какой-то уполз. Ну что, друзья, кидаем, наверное, мы эту, да, тему, скамейку. Ну что, передача «Смак» начинается или нет? Ты в прямом эфире, Жека. Бывает, на пожире арбуза, нам. Что за арбуз? Крымский арбуз? Да, тонкокоры, нахуй. Вот это да. Следующий замес, говори нам. Не дыши дымом, смотри на тебя дым, это, короче, ребята. Помидоры все домашние, свои, блядь, свои даю нахуй, ебать. Так сам растил, что ли? Да, блядь. Задрение. Со своего огорода, блядь. Да, нормально. Со своего огорода вообще. Да, друзья, вот вам повезло в передаче «Смак» поучаствовать. Итак, какие ты берешь ингредиенты, Жека? Какие ингредиенты ты берешь? Вон эти. Каберне? Кабернешки. Кабернешки у меня будет сегодня в ночь там. Нормально, холодная закуска, блядь. Что это за зеленый чай? Какой-то зеленый чай. Ну такой. Попробуешь, ебать. Давай туда помидор накрошу и еще. Принцесса Нури отдыхает по сравнению с этим чаем. Завтра император. Так хорош там, блядь. Кошмар. Ребята, знаете, как можно вообще нагреть воды? И борщ будет. Куда ты уйдешь, шлагбаум закрыть? Ворота закрыты. Да, хуй там нахуй. Другая. Дайте мне ключи на другую улицу. Какие шлагбаумы, ничего открыть, закрыть, блядь. Там Рома на переправе.